Исполняя «Калинку», музыканты также прокатились над ущельем на мегатролле длиной 500 метров. Ощущения необычные. Мы старались крепко держать в руках инструменты. Главное было не забыть мелодию, приводит слова дирижера оркестра Дмитрия Калинина ТАСС. Баянист также прыгнул с 69-метровой тарзанки. Правда, баян ему не разрешили с собой взять. Руководство парка намерено направить заявку на внесение концерта, состоявшегося над ущельем глубиной 240 метров, Книгу рекордов России.